Стильно, ярко и красочно свой день рождения отметил тверской бутик «Антропология». На протяжении 21 года он помогает создавать клиентам уникальный и неповторимый стиль. В этот раз торжество проходило в стиле фильма о Джеймс Бонде. Как прошел торжественный вечер в нашем сюжете? Самые обаятельные и привлекательные дамы и кавалеры собрались на торжество по случаю дня рождения бутика. Мероприятие в стиле Джеймса Бонда продолжило начатую много лет назад традицию вечеринок в честь праздника. Наши планы состоят в том, чтобы проработать на тверском рынке модной индустрии и украшать наших самых красивых женщин в мире, а именно женщин и девушек из Твери, еще много раз по 21. Мы этот праздник делаем для наших замечательных клиенток и клиентов. Антропология с момента открытия и по сей день является уникальным местом в Твери по ассортименту одежды, обуви и аксессуаров, а также предметов интерьера. В городе Твери ничего подобного больше нет. Поэтому хочется, чтобы душа была в комфортном состоянии, процветала, придумывала новые креативные идеи и, самое главное, это доносило до нас всех вот эту красоту, обаяние и атмосферу. Доброжелательная атмосфера, внимательность и радушие сотрудников антропологии – это то, что всегда привлекает клиентов и делает их друзьями бутика на долгие годы. Конечно, в этом заслуга его хозяйки. Мне нравится, что здесь выбор хороший. Здесь хорошее, значит, обслуживание всегда. Хотелось бы пожелать и нам всем, и прежде всего магазину, процветания дальнейшего при всех условиях и трудностях жизни. Это один из самых необычных магазинов не только в Твери, но и вообще вот там Тверь, Москва, Питер, потому что очень креативный подход у руководителя, совершенно необычные фирмы. 21-й день рождения антропологии был отмечен розыгрышем призов и подарков, а кульминацией вечера стал традиционный розыгрыш подарочного сертификата.